Британские ученые заявили о научной сенсации. За пределами Солнечной системы обнаружена планета, теоретически пригодная для жизни. Она в 7 раз превышает нашу по массе. В отличие от множества других подобных небесных тел, эта суперземля может оказаться обитаемой. Она находится на таком расстоянии от своего Солнца, что условия на ней идеальны для наличия воды. Еще один довод в пользу того, что там может быть жизнь, это смена дня и ночи. Новая суперземля удалена от Земли на 44 световых года и расположена в созвездии Живописец.